Тогда время начинается главный финал подписывающей категории до 84 килограммов. В красном цвете начинает борьбу Георгий Рубаев. Россия, Республика Северная Осетия, Алания, параллельный зачет, город Москва. В синем цвете выступает Анзор Улиша, Россия, город Красноярск. Так. Первый период выиграл Георгий Рубаев. Представляет команду России Республика Северная Осетия, Алания. Параллельный зачет, город Москва. Георгию 21 год, студент университета, мастер спорта международного класса. Тренируется под руководством Руслана Рубаева. Серебряный призер первенства мира 2011 года. Победитель первенства Европы 2010 года. И бронзовый призер чемпионата России прошлого года. Анзор Улиша борется с синим трибом. Он также представляет команду России в город Красноярск. Анзор 28 лет, 15 лет занимается борьбой, мастер спорта международного класса. Анзор Улиша, двукратный чемпион Европы. Thank you.
второй период за сбором Куришева в Красноярске. Победил Тандо.